Привет, ребятки. Даже не знаю вам, что рассказать. Очень много работы, очень много разных проектов. Спасибо, Роки. И поэтому иногда даже не хватает времени. А еще знаете, какая история? Иногда думаю, вообще вам это интересно или нет, чтобы вам что-то рассказывать. Мне кажется, уже все так устали. И, по сути-то, никому и не интересно, что у другого происходит. Но! Что мне это нужно, опять же, может быть, кто-то из вас смотрит сейчас это сторис и думает, блин, хочу периодически какую-нибудь работу иметь, и могу с камерой обращаться, с видеокамерой. Я очень ищу видеографа в Санкт-Петербурге, мобилографа я уже нашла, мне нужен человек, который на камеру снимает, но не за миллиард рублей, а просто которого можно вызвать на один съемочный день, он мне потом ролик смонтирует, пожалуйста, отзовись такой человек, да, Роки? Угу. Как у вас дела-то?